Эти ребята выясняют, кто лучше знает нюансы деятельности потенциального работодателя. Викторина хоть и шуточная, но познавательная. Иркутские студенты – участники программы «Академия IT» от N+ Group. Проект запустили год назад. Цель – собрать талантливую молодежь и дать им за 2,5 года самые современные знания в области информационных технологий. Выпускники программы, по сути, готовые новые сотрудники для энергохолдинга. Чтобы стимул учиться был выше, студентам показывают офис, который вполне может стать их будущим местом работы. Сегодня как раз одна из таких экскурсий. Специальность сложная, но мне она очень нравится. Самостоятельно развиваться в этом направлении довольно тяжело. Очень много переменных направлений в информационной безопасности. Вот. Хотелось бы какой-то поддержки. Поэтому, собственно, у меня есть такая возможность поучаствовать в проекте IT-академия. Думаю, здесь я найду что-то полезное для себя. Специалисты сферы IT сегодня одни из самых востребованных, в том числе и в Иркутской области. При этом в каждом крупном бизнесе свои нюансы, поэтому в холдинге делают ставку на подготовку сотрудников со студенческой скамьи. Это часть корпоративной политики, заложенная еще основателем компании Олегом Дерипаской. Сейчас в Академии IT обучаются 22 студента. Претендовали на участие более сотни человек. Студенты, начиная со второго курса, погружаются в реальную проектную деятельность под руководством наставников от компании. Второй образовательный процесс направлен так, что они чуть выше и больше получают знаний, теоретических и практических, чем образовательная программа, на которой они обучаются. Студенты, которые учатся по программе Академии IT, они у нас стажируются. Вот мы помогаем влиться в коллектив. Потом, когда они уже выучились, мы их знаем, они знают наш коллектив, им проще, значит, влиться в нашу рабочую деятельность. В то же время такой подход позволяет решить не только кадровую проблему конкретных предприятий. Это еще и стимул для молодежи остаться работать и реализовывать себя в родном регионе. Уже сейчас начался набор на новый поток Академии IT. И высокий интерес к этой программе еще не раз доказывает востребованность подобных образовательных проектов в Иркутской области. Анастасия Смирнова, Павел Ручин, новости по будням.